Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать небольшое приспособление, которое купил на AliExpress. Вот такие крепления для фруктов, яблоки, груши, любые можно фрукты цеплять. Есть плюсы, есть минусы. Мне обошлось это в 47 рублей с бесплатной доставкой. Купил таких 5 штук. Птички заценили, едят с них, конечно, хорошо, удобно, но есть минус, то что нельзя птиц сажать в эту клетку, очень диких, которые бьются с такой штукой. Лучше поставить такие, как я и пользовал, в другом видео показывал. Здесь просто надевается и кладется в клетку. Пусть она чуть катается, можно сделать здесь пару болтиков, которые будут задерживать их на сетчатом дне. У меня сетчатое дно в клетках. Эти тоже легко одеваются, но их надо еще ставить обязательно около жердочки свободно. Если клетка довольно маленькая и жердочки заняты, жердочка занята может быть поилкой, которая стоит около нее. Левой рукой неудобно ставить, я правша. Так одевается. Можно так птички развернуть. В этой клетке щеглы сидят. Щеглы тоже любители яблоки поесть. Оставлю их, пускай попробуют